Вот мы продолжаем лететь. Набор продолжается. 1312 метров. Сегодня я подхожу к границе инверсии. 21 октября. Вот такие вот у нас осенние маршрутные полеты. Как бы летится хорошо, набирается хорошо. Старт у меня произошел 20 минут с Тавора. Нет, Вов, я еще не на Цомике. Я еще пока лечу. Слышу, я набираю, не мешай, я набираю. Я говорю, я набираю, не мешай. Им скучно. Так они мешают мне набирать. От того, что им скучно, они мешают мне набирать. Полеты после обеда. Стартовал я в 3 часа дня. Сначала выпустил учеников. Они полетали. Потом теперь уже можно самому в кайф подразвлечься.